Вот тебе и молдавский загар. Я, кстати, так любила всегда вот эту шкурочку сдирать. Сейчас Давид ко мне стирает. Покажи чао. Чао-чао всем, друзья. Давай. Ю-ху! Сначала конячка, потом деф. Вау! Чао! Давидуся, а ну скажи всем, тебе понравилось на море? Хочешь еще? Куда ты хочешь? Еще. Так скажи, на море. Куда ты хочешь? Море. Ты кормишь лошадку? Молодец. Дает лошадке кушать. Па-бам! Смотрите, что Леночка быстро сварганила на обед. Роллы. Сейчас красивенько порежем и на обед будем кушать. Делаю Давидушке немножко крабовый салат. Вот у меня рис немножко остался. Отварила пару яиц. Да. Ай-яй-яй. Любишь палочки? Я суши делала, как всегда. Вот красная рыбка, авокадо, огурец, болгарский перец с крабовыми палочками. Сыр Филадельфия. Все как всегда. Сейчас папка придет и будем его баловать. И быстренько салатик дорежу. Па-бам! Смотрите, какая у меня красота. Чем хуже мои молдавские роллы, чем китайские. Приятного всем аппетита на обед, то кушай, товарищи. Ням-ням-ням. Товарищи, смотрите, что еще делает Леночка. Это хачапури, пляцики. Помните, я как-то снимала рецепт с сыром и зеленью? Так классно они вообще надуваются. Буду баловать сегодня еще мальчишек. Вы только посмотрите, как они сильно поднимаются. А потом становятся плоские-плоские. На десерт у нас такая дынька. Вот вроде выглядит красиво, но не то. Не та дыня с моего детства. Да, папа? Угу. Сочная должна быть. Такая именно прям кусаешь и хрустит. Это такая вот вяленькая. Ворованная. Ворованная с поля или у соседа. Угу. Вон то вкусненько. У нас и арбузик был, но мы вчера его съели. Арбуз, конечно, классный в этом году. Мы покупаем именно в одной точке. Арбуз офигенный. А вот дыня что-то не попадается мне. Вот именно та дубовка с моего детства. Мы покушали хачапурики. Один остался. Было 4. И десерт. Раньше просто вот шлагбаум был. А сейчас уже, видите, внизу добавили такую сетку железную. Бо раньше, блин, перебегали дебилы. С велосипедами, помнишь, папа? А сейчас они решили, короче, подстраховаться. Сейчас поезд будет ехать, мамони. Чух-чух-чух-чух-чух. Поехали! Ура! Па-бам, товарищи, продолжаю свой влог. Мы сегодня держим путь в Иперкоп. Идем в разведку, посмотрим, что почем. У нас, кстати, в городе уже скидки начались. Хотя объявили, что скидки будут с 1 августа. Но многие магазины уже поставили 50-60% скидки. Ну, блин, карантин, ничего не продавалось. Вот они и начали уже... Раньше ставить скидки, чтобы люди покупали. Кстати, сегодня офигенная погода, прохладненько. Классно, мы еще идем пешком. Ну, хотя мы вышли на автобус, но мы его пропустили. Ну, мне классно пройтись пешком. Это папка не хотел пешком идти. Хотел на автобусе. А маме Лене полезно пройтись пешком. Тем более такой ветерочек. Кайф. А папа дергает. Папе не полезно. Классно. Смотрите, в Иперкопе скидки, это обувной магазин. Вот, до 70%. Идем глянем, посмотрим. Смотрите, какие симпатичные. Кстати, мне нравится. Подошва классная, но без скидки. 65 евро без скидки. Вот такие Nike еще симпатичные.
66 евро и 30% скидки. Ну, хочется что-то новенького. Тут спортивный магазин скидки. Этот Камайо, где я себе часто покупаю шмотки. Тоже, видите, 5, 7, 9. Иду гляну, зайду, посмотрю. Уже начали скидки везде. Вот и в H&M скидки. И тут Вендита промоционали. Так что летние скидки в Италии начались. Приезжайте, закупайтесь. О, видите, до 70%. Идем глянем. Кстати, примерочные уже открылись и в H&M, и в OVS. Можно уже мерить шмотки. Но просто с моими мальчиками не померишь. Поэтому надо мне приехать самой, спокойненько, в один день. Кстати, машинки вот детские уже тоже открылись. Малый, не понял, что-то я проезжаю мимо. Мне нужен фен, у меня фен сгорел, какая-то была комедия. Сушу я волосы, искры, короче, вылетают, такой звук, бум. Я, короче, шуганулась, откинула фен, наверное, на метр. Ну, короче, счетчик. В ванну сразу. Счетчик выбило, короче, как я заорала. А это было уже ночь, где-то 1 часок, короче, походу, все соседи шуганули. Походу, соседи тебе... Наверное, подумали, опять это ночью сушит волосы, чтобы этот фен у нее сгорел, да, папа? И такая фигня, бум! И, кстати, фен прослужил мне больше 10 лет. Жори говорит, типа, сейчас наше время, какой бы ты офигительный фен не купила, говорит, 10 лет он тебе точно уже не продержит. У меня реально и фен, и мой выпрямитель для волос больше 10 лет имеют. Ну, уже остался только выпрямитель. И то, мой выпрямитель тоже там глючит. Я говорю, Жорик, нужно мне его выбросить. Что там тоже, когда так, дергаешь провод, тоже, знаете, как включается, выключается. Надо мне уже и выпрямить. Ну, сейчас скидки. Поэтому как бы можно уже спустя 10 лет и поменять себе фен для волос и выпрямитель. Так что мы идем в Униеву. Я вообще-то хотел его заремонтировать. Да, Жорик говорит, подожди, фен выбрасывай. Давай я его тебе отремонтирую. Я говорю, ну, Жорик, грация. Хорошо, еще ты строитель, Жорик. Строитель. Мне понравилась вот эта Роуэнта. Блин, 40 евро сейчас в акции. Ну как-то хрена 40 евро дать за... Или такая Роуэнта за 30. Но это слабенькая какая-то. Тут 3 скорости. Этот вообще классный. Я именно хочу марку Роуэнта. Может, подождем еще, папа, скидки. Может, больше будет процентаж. Тут только 23% скидки. Но этот классный. Такой мощный именно. Вот он. Короче, пожалела я дать 40 евро за фен. Конечно, в Молдавии у нас тоже цены бешеные. Фен в Молдавии тоже стоит и 800, и 1000. Ну, для молдаване это вообще дебилы. Такие цены ставят. Ну и как-то мне 40 евро жалко дать. Подожду я. Ну, скидки только начались, товарищи. Сейчас они ставят 15, 20, 30. Потом вот вроде с 1 августа вообще-то грели скидки. Что было 70%, да, мой фен будет стоить там 30 хотя бы евро. Ну ладно, подождем. Подождем твою маму. Подождем твою мать. Кто помнит эту песню? Кстати, жарень уже. Сюда и шли, было прохладненько, классно. А назад опять пешком в такую жарюгу. Ну ничего, ладно. Прогуляться полезно. Кстати, мы купили Давидушке кепку и одну кофточку в моем любимом, кстати, магазине. Ну, для детей. Окайди. Кстати, вообще офигительно. 5 евро кепка и 3,50 кофточка. Такая с длинными рукавами на вечер. Вообще офигительно. Ну, я говорю, Жорику, не спешим пока ничего брать. Дождемся. У нас еще есть первая неделя августа. Ну, вот перед тем, как лететь в Молдавию. Чтобы мы что-то купили, себе прикупили. Одеться. Надеюсь, рейс будет, дай бог, полетим в Молдавию. Потому что сейчас до 31 июля Италия закрыла границу для Молдовы. Ну, не только для Молдовы, для 13 стран. Представляете? Что, Давид? Что ты хочешь? Берем скейт кататься? Наш малый, кстати, с фингалом. Да вообще, коленки вон побитые, фингал под глазом. Так. Что ты хочешь? А ничего нету в акции сегодня. Сверху, мама, мега. Хлопцы, ничего нету в акции. Тут мега... А без акции как-то дороговатенько.
Вот такой взяли ему обычный, без марки, за 10 евро. Потому что скидок на нерф нету, а 30 евро дать за нерф, это, извините меня, как-то перебор. Ладно, до 20 еще я могу закрыть один глаз, но 30 евро это уже надо закрыть, это перебор. Глаз. Да, это надо уже закрыть оба глаза, но это перебор. Гана, пистолетик 10, а батарейки 5. Да. Нормально? 5 евро, 4 батареечки. Жесть, короче. Смотрите, какой большой батут, 200 евро. Да вообще тут очень дорогие вот эти разные штучки. Горка 300 там с чем-то. Смотрите, это 800, товарищи, 800. Это просто бред. 800 евро вот это вот. Жесть. Смотрите, та качеля 300 евро. Сейчас папка тебе поставит, по дороге поиграется. Да. Да, батут, Давидуся, классно. Давай. Иметь дома батут. Вау, ночью будет круто видно. Вау. За такую цену, за батарейки, надеюсь, долго будет светить, да, папа? Смотрите, какая у него кепочка крутая. Во. Йоу. Классно. И сзади вот регулируется. Вот магазин Окайди. Фирменная, классно. За 5 евро. Она была 10 евро, но 50% скидки. И вот за 5 евро такая классная кепочка. Эй, красавчик мамин с фингалом. Мама. Нравится тебе пистолет? Солнышко ты мамин. А вот так фингал набил, коленки поцарапал. Мужик растет. Чао, море. А что мы сидим? Идем домой. Хорошо сидим. Он вставляет жетончики. И что будет? Рев. И что, папа? И... Ого-го, Давид, куда ты так летишь на такой скорости? О! Что ж там? Деньги. Что ты, папа, думаешь, дурак? Говорит, нужно вставить деньги. Дай деньги, где? Говорит. А у тебя деньги есть? Где твои деньги? Ты заработал? Давидка, по 1 евро в каждую штучку, блин, как-то жирновато. А? Что, море? Вот так. Без денег тоже можно покататься. Хочу деньги, говорит. Все, оставил деньги. Что-то он не понял, что-то... Смотри тут, сейчас она пойдет. Сыка его лицо, да мне понял. Вот так, товарищи, глазам страшно, а ноги идут. 40 минут, и мы уже в центре. Наша площадь для новеньких, кто вдруг не видел. Какая у нас красота, церковь. Ты такой ржачный. Мальчишки мои любимые. Что-то продают. Красивая у нас церковь. Вот на такой красоте закончу свой влог. Всем пока, товарищи. До скорого видео, друзья.